И еще одна громкая премьера франкфуртерского на майне автосалона, ребята. Это, конечно, BMW X7. Слушайте, я, как и вы, естественно, видел эту автомашину на фотографиях, да? Когда она была снята на природе, видимо, где-то в прериях американских. Ну, идите сюда, Иваныч. Вот снимите как можно более прямой такой перпендикуляр, да? По отношению к морде, ребята, но одно слово у меня рождается на языке. Это монстр. Просто монстр. Вы посмотрите, эти узкие фары. Кстати говоря, посмотрите, какое решение они сделали. Огромные, чуть ли не квадратные, да, два квадрата решетки радиатора. И супер узкие фары, да, огромное количество пустой площади на морде, да, вот на бампере. И при этом, посмотрите, вот поднимите глаза кверху, и супер дорогая белая, тисненная ромбиками а-ля Бентли кожа салона. Чуваки, это не просто большой автомобиль, это самый настоящий, мать его, монстр. Слушайте, ну и с такими, знаете, тру немецкими генами. Только немцы могли нарисовать такой концепт Rally. Нет, мне кажется, у германской нации просыпается что-то такое, то, что давно спало под присмотром американских руководителей. Давайте так, кроссовер империи. Да-да-да. Слушайте, ну это как, мне хочется назвать его, извините, пожалуйста, товарищи BMW, но мне хочется, почему-то слово такое, мне хочется назвать его Хорьх. Давайте посмотрим на задницу. Итак, мы с вами прониклись имперским духом передней части автомобиля и задницы. Смотрите, как они решили вопрос действительно с высоким, большим и, ну, аэродинамически, так скажем, ну, простым, да, автомобилем. Они использовали максимальное количество тиснений, да, различных линий, выштамповок, да, отливок, которые здесь есть. И, конечно, супер узкие задние фонари, хромированная линия, да. Вот на заметку, кстати говоря, ребят, вот хочется сказать, на заметку создателям, ну, первого автомобиля в рамках такого гигантского кузова, я имею в виду Discovery 5, да. Вот посмотрите, задница ведь очень... Ну, гармоничный получился. Здесь она, насколько можно, они выдули из этого огромного зада, да, они выдули максимум спорта. Да, обратите внимание, они сделали фальш воздуховода вот по бокам, да, углом таким его обозначив, чтобы она была спортивной. Вот самый большой вопрос, наверное, всех у вас будет именно к боковине. Потому что она очень простой получилась. Уйти от ощущения, что... Ну, вот смотрите. Если GLE купе от Мерседеса, да, явно было, ну, скажем так, поздним последующим X6, то X7 боковой именно линии, это, конечно же, вынужденная копия GLE. Потому что никуда не уйти, если вы делаете автомобиль такого типа размера от этих простых линий. К сожалению, здесь вот фантазия дизайнеров так далеко не ушла, как тех людей, которые рисовали морду и задницу этой тачки. Боковина, она классическая. Единственное, они сумели, посмотрите, они утопили ручки, да, на манер Теслы, того же самого Range Rover Velar. Они максимально сделали интересные зеркала. Посмотрите, сверхтонкая рамка, там зеркала сами по себе, чистый хром. Боковые. Да, полностью, да, цифровой дисплей. Очень, смотрите, они как можно, вот что они сделали еще, они визуально как можно тоньше сделали стойки между дверями. Но такое ощущение, что у нас хрустальный салон, очень большая площадь остекления, и сквозь него, да, сквозь эти стекла, кстати говоря, обратите внимание, огромный дисплей, да, висит, да, мультимедийный, видимо, тоже тачскрин. Вот. И они сделали стойки узкими, то есть они сделали монстровскую морду, спортивную задницу и очень легкий салон. Практически при помощи стойка они как раз облегчили это, да, сделали его более легким. Ну давай, вот здесь еще давай, чуть сдвинемся. Да, вот вам, пожалуйста, практически боковой проекция. Ну, посмотрите, сказать, что это немец, да, вот если морда у нас не видим, если не видим морды, да, то это, ну, в общем, даже скорее, я бы сказал, Британия может все. Да. Немец вот перед нами сейчас настраивает камеру. Не такая эффектная, как... Нас не подпустят, я так понимаю, к салону или подпустят? Не знаю. Давайте попробуем. Вот, давайте, вот, смотрите, вот салон. Понятное дело, ребят, что это концепт, но... Обратите внимание на
кресло, оно тоже парит в воздухе. Машину постарались сделать большой, но легкой, да, это читается во всем. А спереди она, естественно, агрессивная, чтобы чуваки не понимали, что, мать его, за вами BMW приехала. Это пока еще не смерть, но типа того. В черном цвете, черный воронок BMW. Ну, кстати, мне кажется, что чем светлее будет этот кузов, да, тем визуальнее, вы же знаете, да, что светлые цвета расширяют объем. И перламутр, вот такой игристый, такой болотно-зеленый цвет. Еще и семиместный. Конечно, семиместный. Смотрите на... Ну вот, боковая проекция, в принципе, даже... Не знаю, не такой вызывающий, кажется. Но как только вы видите морду, как только вы видите переднюю решетку радиатора... Ну, то есть все сделано следующим образом. И головную оптику. Но вы же, как владелец, подходите к машине сбоку. Да. Подходите от машины, это тоже прекрасный автомобиль. А все остальные... Угрозу. Идем тенком все. Ждем. Ждем уже в металле и на конвейере. Наверняка будут в Калининграде собирать, правильно? Мастерами наших русских рабочих. Вот так.